А вот два об Джокер. Ну вот, уже к 10-й карте приступаем. Литерной. После этого еще две карты будут в изначальном цикле. Тут какая-то хитрая вещь. Типа болота какого-то неглубокого. По которому можно на танке или на БТРе прогнать. Так, ну. Вот видишь. Ну, задачи тут всего лишь две. Уничтожьте все боеприпасы, уничтожьте радиооборудование. К счастью, тут немного задач. Ну, смотрим. Так, вот эта вся местность. Так, ну, в общем, получается, надо вначале точку А достичь. Потом точка Б вблизи подземелья. И точка С, там какая-то укрепленная позиция будет. Сейчас еще убедимся. Нет, больше нет. Три всего лишь точки. Две задачи, три точки. Так, а давай-ка. Да, ну. Вот эти гады уже там стоят. И надо бы на их, конечно, под... А местность зажата с моей какой-то с левой стороны. Так, вон там какой-то барак, вон точка А, кстати. Туда надо ехать. Так, там круглый форт, а круглый форт... Наверное, не будет где-то в районе Б уже там. Какая-то гадина, ну-ка. Вот я его не вижу. Все, давай повнимательнее. Видишь, над болотами. О, гадина. Давай-ка. Не пизди, не пизди. Напрок. А, кстати, вся местность зажата как бы в куб какой-то каменный. Ну, такие тоже карты есть. Так, ну вот нормально. Так, ну, короче, тишина. Тишина. Давай-ка на батарее рискнем поначалу прыгать. Прямо к точке А. Я, как уже говорил, он едет как по суху. Где точка А? Берем ее сходу. Берем. Окей, все взяли. Так, он там гады стреляет. И вся местность зажата между каких-то стен. Ну чё, где вы там, уроды? Так, ну-ка. Стоп, я не вижу его. Сейчас он тебя уничтожит, ты играешь. Знаешь, говорил, я уничтожу. Вот с этим мотыльков много летает. Кошерник. Кто, кажется, ликвидировал его. Так, там заброшка, ну-ка. Первая позиция укрепленная. Вон там нигеры стреляют. Барак. Так, подожди, горы. Ну-ка, давай-ка. Где-то, сука. Сможешь еще увеличивать, уменьшать. Давай сейчас. Ждем, сейчас она сюда подойдет. Ну-ка, где-то. Ну что она не летит-то? Все, конец ему. Так, ну проезжаем вперед. Так, не они. Не ори. Бараки. Что их дохуя. Так, а здесь займем позицию. Туда. Ворвались в барак.
Дай-ка пройдем по бараку. Тонкая гадина. Заходит в несколько направлений. Да, кстати, я тут заброшку осмотрел. Вдруг тут боеприпасы. Ну, суки. Видишь, обстрел... О, вот он. Вот. Так, нет, тут нифига интересного нету. К счастью, просто заброшка. Вот какие густые туманы висят. Так, а луна? О, огромная луна. Да, громадная луна висит, классно. Ну-ка. О, блядь, положила. И все. Я не знаю, что сейчас, ну, сейчас будем думать. Без техники не получится, технику возьмем. Тут и чуваки стоят в окошках. Да. БТР-то здесь находится. Ну-ка, дай-ка быстро в радиостанцию. Ублюдок. Ублюдок. О, какой вид на болото. Болото такое странное, как в древней игре. Гексон, зажатая между... О, труп пуляется. Зажатая между каких-то стен. Тело прыгает. Тело как прыгает, знаете, странно. Так, ну давай вниз. Так, нет, вот, а вот сюда, да. Да, вид на болото. Так, там заброшка вон какая-то стоит. Давай к заброшке. Командная точка где-то совсем рядом. Вот желательно, слушай, давай туда, к командной точке. Сука, блядь, БТР. Ты же перевалиться через гору сможем. Давай. Пошел. Ну, давай. Все. Стоп. Блять, сука. Это по новой. Смотри, что делает. Охерел. Козел. Куда бы еще к этому форту, что ли, смотаться, выбирать. Ну, карта, я думаю, это, не знаю, как в конце. Наверное, может, не очень сложно. Сейчас посмотрим. Тут жалко, что автомата УЗИ нет. Вот в мир карантине я поглядел. Там, кстати, уже конец. Как огромный такой прямоугольник. Мир карантине там УЗИ есть, так впрочем. Ну, блядь, смотри, что делает. Давай. О! Нравится? Так, давай. Да чё ты так орёшь-то? Давай перебью. Дисунка. Так, ну-ка вперед. Там какое-то движение где-то. Ну-ка, смотри.
Так, а там что, какие-то трупы там какие-то валяются? Странно. Там вот двухэтажное здание, понятно, что в ней рация находится. Вон там, смотри. О, хорошо. Да, понятно, что в том доме рация. Так, давай-ка, что-то тут какое-то движение идет. Смотрим, там он, ну там понятно, точка Б. Так, давай, что тут какое-то движение идет. Шухер-мухер, где он тут? Слушай, я не понял, где он находится. Где-то шухер-мухер идет, не наверху ли? Ага. Ты что-то слышу, как это топчение. Ну-ка там он... товарищ нехороший пошел. Так, ликвидируем его. Так, карта, наверное, простая. Надо что тут в замкнутом пространстве, в принципе. Такого тут сложного-то не... Ну-ка, ну вон там сари идут. Это там есть у них регенерация? Расстояние не очень большое, я смотрю. Очень много светлячков. Ну-ка, кстати, вот можно... Что у нас тут? Так. 251 метр. Ну-ка, а тут 84 метра. Так, 300 метров всего, конечно, будет небольшое расстояние. Так, ну давай. К заброшечке Б. Сейчас смотаемся. Так. Так. Большая часть уже, кстати. Ну-ка, 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 там. Да, большая часть уже, в принципе, уничтожена. Ну давай, давай, давай. Точка взята. Ну-ка тут еще посмотрим. О. Там сейчас побежит. Во, хорошо. Что-то вон эти гранатометчики поперли. Так, погнали теперь. Заброшку очищать. Второй. Наверняка боеприпасы хранятся. Там кто-то долбает. Ну ладно, не будем на него тратить время. Блять, сука. Это по заброшке. Пройдемся по заброшке. Сейчас давай аккуратненько сюда. Надо, видишь, смотреть, они стоят со всех сторон. Нормально. Что там за сука-то? Вон я ее вижу. Да блять, сейчас грохнет. Так, нормально. Давай-ка сюда аккуратно. Так. Так. Блин, блин. Не пизди, не пизди. Слушай, а где сейчас? Вот сейчас надо искать, где-то подземелье тут находится. Вот сейчас будем искать. Так, амбразуры как бы в дырках. Ну-ка давай-ка сюда посмотрим. Ну такая местность. Чисто болотная, короче. Что-то можно еще сказать чисто. Откуда стреляет, откуда он там, откуда не, наверное, возможно, даже и регенерируют вот эти гады. Давай зарубим, посмотрим. Ну лидер, нормально. Вот такая местность. Так, ну осмотрим. Так, в общем, там двухэтажных зданий. Давай-ка это все подавляем.
Так, два двухэтажных здания. Две пулеметные. Все подавить. Так, и форт большой. У, там еще и танк стоит, блин. Так. Стрелка на танке снял. Так, отлично, гнезда подавил. Так, вон второй танк стоит. Вот тут много гнезд. Слушай, там укрепленная позиция. 4 гнезда. Гнезда давай обязательно подавляй. Хорошо, давай стрелков на танках. Все, готово. Вот основная задача вроде как выполнена. Ну-ка, а тут? Так, давай-ка надо еще вон гнездо. Вот, вон. Да гнезд много. Так, гнезд раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть гнезд, два танка. Бедрила. Куда нам улилась? Так, ну-ка давай-ка. А где подземелье? А, вот подземелье, где-то здесь. Ну, блять, нельзя прыгать было. Ты видишь, ну, нельзя прыгать было. Так, ну как? Ну, что делать? Остается идти подземелье. Заброшка вроде как вычищена, но... По подземелью прогуляться. Так, вот эту... Подожди. Стоп, куда двигаешься? Давай вот эту фигню. Подорви. Потухшая он раскаленными угольями кострища. Давай-ка по... Ах! Стоп, а чё за хэ? Чё за хэ? Ведь в него-то и не попасть, а это необходимо. Слушай, а как попасть? Что за они тут натворили? Непонятно. Давай-ка исследуем это место. Вот тут должно быть подземелье, но как в него попасть? Засыпали, суки, вход, а как попасть? Я вот вижу в нем. Или в нем ничего нет. Да нет, наверное, должно быть. Вот он, видишь, ну-ка, смотри, смотри. Так. Чего не понято? Как туда попасть? Хитро, хитро, что-то сделали опять. Вроде как простая карта, а вот. Вот так. Прыгнуть просто, видишь. Ну, прыгнул, в общем, попало в подземелье, короче. Уже... Попрыгнул. Давай, парализатор. Пока первая комната будет. Зона тут очень ожесточенный огонь.
Хорошо. Сейчас в тепловой комнате идем. Там парят паразиты. Так, ну часть из них уже затихла. Три комнаты зачем? Так, окей. Ой, блядь, отскочила. Давай-ка вперед. Сейчас, секунду. Кинь-ка туда парализатор. Ну все, вычищено. Последняя комната. Кинь парализатор сразу. Да блять, ну ебаный в рот. Направил огонь прямо на себя. Ну давай, давай. Дядя. А вон, кстати, там еще локатор крутится. Так не подорожишь. Ну ладно, сейчас давай. Че, локатор? Давай сейчас вначале опять подземелье надо лезть. О, зараза. Тут вот видишь, хоть оно и засыпано, короче. Но надо тупо, видишь, просто прыгнуть туда. Вход как бы засыпан, но пролезть запросто можно. Да нет, не сюда. Давай, кидай-ка. Все, прошел. Так, ну я все зачистил вроде. Отходь. А вот еще грузнул. Ну все, короче, подземелье вроде как вычищено. Все, подземельем все кончено. Давай вылезай опять наверх. Да вроде. Ну-ка давай-ка сейчас секунду. Вроде как нет больше никаких тут подземелий. Надо еще. Ну сейчас надо к укрепленной позиции С прорваться, где регенерация у них, я смотрю, идет. Вылезти, как вроде тут. Ну-ка, ну-ка. Ну так же прыгнуть просто надо. Вылезти надо просто прыгнуть. Давай-ка вот тут сейчас локатор крутящийся подорвем. Нужно, не нужно, не знаю, ну подорви. Да. Так, отходь. Все, капец. Ну что, на штурм позиции С, БТР, правда, у меня горит. Вот там зараза стоит, побежала. Ну все, давай. Вперед. Сейчас к С надо захватить. А вот она совсем рядом. Битого вертолета. Давай. Обстреливать. Ну давай тупо туда. С. Да, давай точно прыгай перед собой. И все. О, все, БТР сгорит сейчас.
Ну как, блять, одиночными херово стрелять. Все, БТР сейчас будет уничтожен. Не зачем пофиг. Вот все, укрепленная позиция севыч. Укрепленка. Куда-ка сюда. Поди радиостанция. Так, небольшая у нас ответка получилась. О, зараза. Так, ну-ка. Еще и танк надо ликвидировать. Сюда. Нормас. Так. Там все горит. Ну давай сюда. В общем, две радиостанции. А еще радиостанция получается в бараке вон там. Точки Б. Три радиостанции на карту. Ну что, на. Вау. Так, ну-ка. Так. Хорошо. Нормас. Что пиздец? Еще там вон форт надо выбить в этой системе обороны. А давай тупо по форту, по сандалиям. Ну ты куда? О-о-о. Давай форт чистим. Кто-то горит. Нормас. Так, ну все, форт зачищен. 4 традиционных ящика. Так, в общем, форт я вычистил. Так, а теперь бы надо желательно танки уничтожить. Вот из этих домов можно попробовать. Так, там никого нет. Вот, он, кстати, болото как видно. Гаденыши так и ползли. Сейчас подожди, давай позырим. Кого не было. Нет, все чисто. Танк, ну. Ну тупо давай сейчас его из РПГ разнесем. Вот, давай. Танком покончено этим. Горит. Так. Ух ты, сука, где ты? Там уже пределы карты тут. А стоп, или не пределы? А, нет, да, пределы. Сейчас надо второй танк ликвидировать. Потом тупо радиостанции и все. Вышек тут нету на этой карте. Ну, так я, в принципе, могу и на танке даже туда ехать. Тут абрамсы. Так, ну давай выжигаем эти пулеметы. Такой вид, как говорится, значительный на всю, за всю карту. Так, там простреливать можно вон.
Далеко. Так, вон там точка Б видна. Барак он с радиостанцией. Да, вот хорошо видна точка Б. Короче говоря, что, берем танк. Сейчас уже будем кончать эту карту. Интересно, он сможет наверх заехать или где-то. О! О, еще как, охереть. Прыгать может. Так-ка, в упор. Отлично. Он даже не отвечает. Сейчас мы его уничтожим. Не отвечает, охереть. Все, он уже горит. Тупо даже не пытается отвечать. Все, как пиздец его. Игрался кто-то. Даже тупо не отвечал, просто ворочил башню и все. Так, ну остается. Так, остается, давай сжечь вот этим пулеметы. Еще ведь боеприпасы не все уничтожены. А где боеприпасы? Ничего не понял. Слушай, да где боеприпасы? Мы уже несколько раз для смеха прыгнули на танки. Еще заковырки какие-нибудь. Давай несколько раз прыжок совершим. Больно забавно. Слышь, как высоко охереть. Ладно, надо кончить эту ерунду. А где боеприпасы-то не добиты? Давай сейчас осмотрим эти два здания, прежде всего. Странно как-то. Давай смотрим. А вот. Все, все боеприпасы. Ты уж неприятно бы это показалось. Поисками заниматься. Так, такой вид на болото. И боты все пропали. Давай, короче, планируем. Сейчас будем кончать. Сейчас заминируем обе эти радиостанции и все. В Б, значит, одна радиостанция, в С 2. Такая вот история. Подземелье тоже не проблема про них. Ну теперь же все. Уже все, сейчас доделать только две. Сейчас буквально остаются мгновения до конца. Так. Вот, все, минируем. Танки взорвались. Так, ну тупо давай подрываем. Все, игра закончилась. Что и требовалось доказать. Да, очень простой оказалось. Вообще, это очень простая игра. Оказалось. Джон набирает 796 очков, 131 фраг. ЗИЛ 131 у тебя получится. Да. Тупо все схематично, шаблонно. И врагов не так уж много.